Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Bhagiri Bardhari 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 Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yamuna Kira Vanachari Yamuna Kira Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namne. Namaste Sarasati Devi, Gauravani Pricharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschachadeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading Bhagavad Gita as it is, chapter 3, Karma Yoga, text number 33. Мы читаем Бхагавад-гиту, третью главу, Карма-йога, текст 33. Садришам, садришам, чистоте, чистоте, свашья, свашья, пракрите, пракрите, гьянаван, гьянаван, апи, апи, пракритим, пракритим, янти, янти, бутани, бутани, неграха, неграха, ким, ким, каришьяти, каришьяти, садришам чистоте свашья, садришам чистоте свашья, пракритир гьянаван апи, пракритир гьянаван апи, пракритим янти бутани, пракритим янти бутани, неграха ким каришьяти, неграха ким каришьяти. Садришам чистоте свасья. Садришам чистоте свасья. Пракритир гьянаванапи. Пракритир гьянаванапи. Пракритим янти бутани. Пракритим янти бутани. Ниграха кам ким каришьяти. Ниграха ким каришьяти. Садришам чистоте свасья. Садришам чистоте свасья. Пракритир гьянаванапи. Пракритир гьянаванапи. Пракритим янти Пракритим янти бутани, ниграха ким каришьяти, садришам чиштате свасья, садришам чиштате свасья, пракритир гьянаванапи, пракритир гьянаванапи, пракритим янти бутани, пракритим янти бутани, ниграха ким каришьяти, ниграха ким каришьяти. Садришам чиштате свасья. Пракритир гьянаванапи. Пракритим янти бутани. Ниграха ким каришьяти.
Адишам чештате свася. Адишам чештате свася. Пракритир гьяна ванаби. Пракритир гьяна ванаби. Пракритим янти бутани. Пракритим янти бутани. Ниграхим каришяти. Ниграхим каришяти. Маличис. Адришам чистоте свася. Пракритир гьяна ванапи. Пракритим янти бутани. Ниграхим каришяти. Садришам чистоте свася. Пракритир гьяна ванапи. Пракритим янти бутани. Ниграхим каришяти. Окей, вот мини. Садришам. Садришам. Сообразно. Сообразно. Чештате. Чештате. Пытается. Пытается. Свасьях. Свасьях. Своей. Своей. Прокритих. Прокритих. Совокупности гун материальной природы. Совокупности гун материальной природы. Гьянаван. Гьянаван. Тот, кто обладает знанием. Тот, кто обладает знанием. Апи. Апи. Хотя. Хотя. Прокритим. Прокритим. Природу. Природу. Янти. Янти. Проходят. Проходят. Бутани. Бутани. Живые существа. Живые существа. Ниграхах. Ниграхах. Сопротивление. Сопротивление. Ким. Ким. Что? Что? Каришяти. Каришяти. Сделает. Сделает. Перевод стиха. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили тригуны. Так какой же смысл подавлять свою природу? Комментарий Шрилы Прабхупады. Пока человек не достигнет духовного уровня, уровня сознания Кришны, он не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы. Господь подтверждает это в 7 главе Бхагавадгиты, поэтому даже самые образованные люди этого мира не способны вырваться из когтей майи, опираясь на одни лишь теоретические познания и пытаясь отличить душу от тела. Есть много так называемых поборников духовности, которые выдают себя за людей, сведущих в духовной науке, хотя находятся во власти материальных гун и не в силах преодолеть их влияние. Даже человек, получивший прекрасное образование, остается рабом материальной природы из-за длительного соприкосновения с ней. Метод сознания Кришны помогает людям вырваться из материального плена, даже если они продолжают выполнять предписанные ведами обязанности, сообразно своему положению в материальном мире. Поэтому до тех пор, пока человек полностью не разовьет в себе сознание Кришны, ему не следует отказываться от своих обязанностей. Никто не должен пренебрегать своим долгом и становиться доморощенным йогом. Лучше оставаться на своем месте и стараться развить в себе сознание Кришны под руководством опытных наставников. Тогда мы сможем вырваться из когтей майи, иллюзорной энергии Кришны. Om Ajnana Timarandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi
pranamami hari priye vanchakaupadrubhyascha kripa sindhu bhayevacha paditanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Krishna is speaking about karma yoga, how by actions we can come to devotion to Krishna. Krishna говорит о карма йоге, как при помощи деятельности можно развить преданность Кришне. Arjuna's inclination was to give up acting. He wanted to stop acting and he was thinking that he would be better to live by begging. У Арджуны была такая идея, что, может быть, оставить деятельность, пойти в лес и просто просить подаяния. But Lord Krishna is pointing out to Arjuna that he has a particular nature and he won't be able to deny that nature. Но Кришна говорит Арджуне, что у него есть какая-то определенная природа, и он не может просто так отринуть эту природу, отказаться от нее. Arjuna's nature was a kshatriya. Kshatriyas like to battle, to fight. Природа Арджуны это кшатрий, а кшатрий должен сражаться на поле битвы. And for him to give up the battle and to just go and become a mendicant, become a renunciate is not fitting, it's not proper, it's... И поэтому идея отказаться от битвы и уйти в лес, просить какое-то подаяние, это не совсем правильная идея для Арджуны. So Srila Prabhupada points out that what one should actually do is remain in one's position and try to cultivate Krishna consciousness. Srila Prabhupada указывает в комментарии, что в действительности стоит делать, это то, что человеку лучше оставаться в какой-то своей позиции и в этой позиции развивать свое сознание Кришны. When Srila Prabhupada first came to countries outside India to introduce Krishna consciousness, many people, young people, wanted to renounce their material life. Когда Шрила Прабхупада покинул Индию и выехал на Запад и стал проповедовать там, то многие люди хотели вот развить эту идею, отречься от деятельности. But after some time, after practicing Krishna consciousness for some time, they would become restless and again want to go back to their material life. Как часто случалось, то есть они практиковали какое-то время сознание Кришны, потом их сознание Кришны ослабевало, и они снова возвращались в материальную жизнь. So, Srila Prabhupada points out that each and every person has a particular nature in this conditioned life, and our nature is to be influenced by the different modes of nature, goodness, passion and ignorance. Srila Prabhupada в комментарии упоминает, что у каждого есть какая-то обусловленная природа в соответствии с разными гунами этой материальной природы. And of course, we're not very happy in these modes of in this material life. Material life is not very pleasant, and it's natural we want to get out. We want a better life. Конечно, материальная жизнь, материальная природа не приносит человеку прям столько много счастья, поэтому появляется эта идея отказаться от этой материальной жизни, выйти за ее пределы. But it's not encouraged that one should just immediately, spontaneously give up everything and try to renounce. Но мы не как бы побуждаем, не вдохновляем людей сделать, сразу отказаться от всего, принять отреченный уклад жизни. Sometimes young men wanted to renounce everything, but they had not much experience of life. Как, например, какой-нибудь молодой человек хочет принять такой отреченный уклад жизни, но он еще не
хлебал, так сказать, чай в жизни. And without proper training, then one cannot remain steady in the vows of renunciation. И поэтому, если он получит правильное обучение, правильное образование, то он может стать стабильным и не обязательно при этом отрекаться. So one has to remain in his situation. Итак, человек может оставаться в той ситуации, в которой он находится, в которой он живет. And at the same time, one should hear the topics of Krishna consciousness and the association of senior devotees. И в то же самое время он может слушать рассказы о Кришне и общаться со старшими преданными. Lord Chaitanya often quoted a verse like this from the Srimad Bhagavatam. Господь Чайтанья очень часто цитировал стих, похожий на этот из Шримад Бхагаватам. In the verse it says that stane stita shruti gatan tanvan manobir ye prayaso jita jitopi asita istrilokyam. This is a verse spoken by Lord Brahma, in which Lord Brahma is saying that one should simply remain in whatever position one is in and hear about Krishna in the association of devotees. Этот стих произнес Господь Брахма. Он говорит о том, что человек может оставаться в той позиции, в которой он находится, и в то же самое время слушать о Кришне в обществе преданных. Lord Chaitanya had many followers who were in the householder ashram. У Господа Чайтаньи, например, было очень много последователей, которые находились в семейном укладе жизни. He was not against, Lord Chaitanya was not against family life. Господь Чайтанья вовсе не был против семейной жизни. And when one of Lord Chaitanya's devotees, when his wife gave birth to a child, Lord Chaitanya named the child for them. И когда у каких-нибудь домохозяев появлялся ребенок, то Господь Чайтанья давал ему имя. So Lord Chaitanya was not, well, he was encouraging people in their family life. Encourage. Yeah. И также Господь Чайтанья, ну, воодушевлял, вдохновлял разных преданных в семейной жизни. But of course, he himself had renounced the material life. He himself had taken sannyas at the age of only 24. Сам он был семейным человеком, но в возрасте 24 лет он принял отреченный уклад жизни. But he did not expect everyone to follow that example. Но он не ожидал, что все люди как бы последуют его примеру. And when one of the sannyasis deviated from the vows of sannyas, then Lord Chaitanya punished him. Если кто-то, кто принял отреченный уклад жизни, нарушал вот этот обет саньяси, то Господь Чайтанья сурово его наказывал. Lord Chaitanya he said, I don't want that sannyasi to ever come and see me again. He should stay away from me. И он как бы не, ну, говорил о том, что не хотел общаться с этим саньяси и сказал, говорил, чтобы он не приближался к нему сильно. So this was a very severe punishment on the sannyasi. И вот для саньяси, для таких вот преданных было такое очень суровое наказание. But it shows the mood of Lord Chaitanya that he was against hypocrisy. He was against people saying one thing and doing another. И вот идея Господа Чайтаньи, его настроение состояло в том, что он не любил, не принимал лицемерие, когда люди говорят одно, а делают другое. If someone genuinely renounces the world, then they should live according to that principle. Если человек принял отреченный уклад жизни, то он тогда должен и жить, и действовать в соответствии с этим укладом. One cannot just simply take the renounced order of life and at the same time behave like a normal materialistic person. Не допускается как бы такой вариант, что человек принимает отреченный уклад жизни, но живет как обычный мирской человек. So what is important is to recognize our own nature and act according to that. Итак, что важно? Важно принять те условия, ту природу, которая есть у человека, и действовать в соответствии с этой природой. Just like
someone's nature, maybe most people's nature, is to be married in family life and to accept a wife. Большая часть людей как бы склонна вступать в семейный уклад жизни, склонна иметь мужа или жену. That is acceptable in society. И это, ну, как бы принятая позиция в обществе, это нормально. But if one at a very, if one primitive, if one without any training, without any qualification, tries to renounce the world, then it will be very difficult. Но если человек пытается принять отреченный уклад жизни без образования, без какой-то определенной подготовки, то для него жизнь будет очень сложной. One can renounce the world, but one has to be trained. Человек может принять отречение, но для этого необходимо пройти обучение. And we read about Rupa and Sanatana Goswami, how they prepared themselves for renouncing everything and going to Vrindavan. Как мы читали о Рупе или Санатане Госвами, какой путь они проделали для того, чтобы принять отреченный уклад жизни и уйти поселиться во Вриндаване. Rupa and Sanatan were born in a very high-class Brahmana family. Рупа и Санатана родились в семьях очень брахманов высокого класса. And they were both highly educated in all kinds of philosophy and knowledge. И оба они были очень образованными, то есть знали философию и другие виды знаний. But they, somehow they had fallen into the service of the Mohammedan people. Но так или иначе им пришлось быть занятым в служении мусульманам. So they desired to get away from that, and they desired to surrender to Lord Chaitanya. Но в какой-то момент у них появилось желание оставить эту службу, ну, мусульманов и принять прибежище у Господа Читания. So in preparation for that, they brought brahmanas to their home and they had the brahmanas recite Srimad Bhagavatam and other scriptures to them. И вот для того, чтобы подготовиться к этому, они приглашали к себе домой брахманов, и эти брахманы читали священные писания, они обсуждали священные писания. So they were daily, throughout the whole day, they were discussing knowledge of the scriptures with these brahmanas. На протяжении целых дней они обсуждали, вели беседы на темы священных писаний. They would also perform sacrifices. Также они совершали жертвоприношения. Because by sacrifice they would become relieved of different sinful reactions. Поскольку благодаря жертвоприношениям человек может очиститься или избавиться от последствий греховной деятельности. And they also did a lot of charity before they retired. Также они совершали много благотворительной деятельности. And in this way they were preparing themselves that they could just go to Vrindavan and they could live there. И вот таким образом они готовили себя вот к этой жизни, отрешенной жизни, чтобы покинуть это место и отправиться во Вриндаван. But if one thinks, I will go to Vrindavan, I will just sit there and chant Hare Krishna, and if one has not prepared himself for that, then they won't be able to stay there very long. Но если человек думает, я вот уйду во Вриндаван и буду просто воспевать там святые имена, но если он не прошел должного обучения и образования, то его вот эта отреченная жизнь не продлится очень долго. Because the mind is restless, the mind will not allow us to just simply stay in the holy place and to chant the holy name. Поскольку ум такой непоседливый, беспокойный, и он не даст нам остаться в святом месте, просто повторяя святые имена Господа. Haridas Thakur could do it. He could chant all day and night. Харидас Такур, конечно, мог это сделать, он мог повторять святые имена целый день и всю ночь. But we cannot do that. Но у нас, наверное, так не получится. We see many people, they struggle just to chant 16 rounds a day. Мы видим, что для многих людей с трудом дается повторять 16 кругов в день. And one may chant for a few days. But then, after a few days, then they stop. They give up the chanting. Если мы попробуем повторять целый день, это может быть продлится
три дня, а после этого мы закончим повторение. One has to be trained. One has to hear regularly in the association of devotees. Поэтому человеку нужно обучиться, нужно постоянно слушать Бхагаватам, другие писания в обществе преданных. And we're encouraged at the same time to perform our duty, to recognize our own nature and to engage in particular activities which are suited to our nature. И в то же самое время мы поощряем, вдохновляем людей исполнять обязанности, которые соответствуют их природе. Just like ladies. Now ladies' nature generally is to have a husband, they have a family, and they should take care of their children. Возьмем, например, вот женщину, такая более-менее естественная их природа, это иметь мужа, семью, заботиться о детях. Now if the woman thinks, oh, this is just too much, I want to give all this up, I'm going away. И она, допустим, может подумать, что, ну, семья – это уж слишком. Может быть, составить эту семью и удалиться во своей семье. Then after some time, then they feel restless again, and they find some other situation. Но спустя некоторое время ум станет обеспокоенным, и человек вовлечется снова в какую-нибудь ситуацию. And similarly, men, everyone, we all need some engagement, we need to have some activity, some work to do. Или мужчина, то есть, ну, фактически каждый нуждается в какой-то активности, в какой-то деятельности, хочет занять себя. It's the nature of the soul to be active. И вообще это природа души быть активной. And we are forced to act due to the modes of nature. Но мы должны действовать в соответствии с гунами природы. Now when Krishna says here that trying to repress our desires will not help us, we should understand this properly. И вот Кришна здесь говорит, что дает подавление своих желаний. И вот эту фразу мы должны понять правильным образом. One may think, well, I desire to drink alcohol, I desire to take drugs, I desire to do all kinds of sinful things. Кто-то может подумать, вот у меня, например, есть желание принимать алкоголь или совершать какие-то другие виды греховной деятельности. So Krishna says it's not good to stop our desires. If we desire these things, we should just do it. И вот здесь вот Кришна говорит о том, что мы не должны останавливать, подавлять свои желания, свою природу. И вот если у меня есть эти желания, я, наверное, должен следовать им. Of course, that's not the correct understanding. И вот это вот не совсем правильное понимание. We should stop the desires for sinful activity. Мы должны остановить те желания, которые связаны с нашим чувственным наслаждением или греховной деятельностью. But we have to have proper guidance. We have to have heard what is proper behavior. Но нам необходимо получить правильные, ну, как бы наставления, инструкции, как необходимо действовать в соответствии с нашей природой. Just like people often say, well, I didn't know it was wrong to eat meat. I didn't know it was wrong to drink alcohol. Некоторые говорят, что я не вижу, ну, как бы, в чем плохо есть мясо или принимать алкоголь. Что неправильного в этом? But that kind of ignorance does not excuse us from the reactions of the material nature. Но вот эти вот виды невежества не избавят нас от последствий за эту греховную деятельность. When we act against the laws of Dharma, then we're acting in an irreligious manner, and we get reactions for that. Если мы действуем не в соответствии с дхармой, законами природы, если мы действуем не религиозно, то это не избавляет нас от последствий кармической деятельности. These reactions will cause us to take another birth in the material world. Поскольку вот эти последствия приведут нас к рождению в новом теле. So when Krishna talks about repression, he's talking about repressing our nature for proper activities.
И вот когда Кришна говорит о том, что не нужно подавлять свои желания, то он имеет в виду те желания, которые соответствуют нашей природе, нашей правильной деятельности. Just like in this particular case with Arjuna, Arjuna is a kshatriya, but he's thinking he wants to renounce everything. He wants to be like a sadhu. Как вот, например, пример с Арджуной приводится. Он является кшатрием, но он хотел действовать, принять отреченный уклад жизни и действовать как садху. Arjuna is thinking, I don't want to fight. I'm just going to go and I'll go to the holy places and I'll live by begging. Арджуна думал, что я хочу пойти в лес, я не хочу сражаться, я хочу пойти в лес и как бы оставить всю эту ситуацию. But Krishna says that this is not your nature. You won't be able to maintain that position. Но Кришна ему говорит, что это не твоя природа, ты не сможешь долго поддерживать эту позицию. We have to recognize our particular position. Мы должны понять или осознать и принять свою позицию. It is said that one time Bhaktivinoda Thakur, as a young man, Bhaktivinoda was a young man, he was given a job part-time working in a store, looking after the shop. Как вот Бхактивинода Такур, когда он еще был молодым человеком, то у него там была работа, он приглядывал за магазином. And it happened that one customer came, and somehow Bhaktivinoda had given him the wrong change. He had not given him the correct change. He'd taken more money than he should have. И вот пришел какой-то один покупатель, и так получилось, что он дал ему, ошибся и дал больше денег. So when Bhaktivinoda realized this, then he found the man and he gave the man the money back. И когда Бхактивинода Такур заметил это, он нашел этого человека и вернул ему вот эти деньги избыточные. But the owner of the shop was not pleased. Но владелец магазина был не очень доволен этим. He said, "You're too honest to work here." Он ему сказал, что ты слишком честен для того, чтобы работать здесь. And so, someone has a nature to be honest that they're meant to work like a brahmana. Те люди, которые если честные, они им лучше действуют в соответствии с брахманической природой. Those who are brahmins and by nature they like to worship the deity and they like to teach other people and they like to study shastra and teach other people. Те, кто имеют вот эти брахманические склонности, им нравится поклоняться божествам, изучать священные писания, обучать других шастрам и так далее. And they generally not, they're not wealthy people, they're not rich, but sometimes the people give charity to them. И, возможно, у них не такая как богатая жизнь, но они просят пожертвования у других людей, люди дают им And the brahmana's duty is to accept what people give to them, and then he may give it to other people. Брахманы принимают те пожертвования, которые люди ему дают, а потом эти пожертвования он раздает, распространяет, распределяет. Just like there's a story how Jagannath Das Babaji, he was a very renounced person, so he was sitting chanting the holy name one day. When a wealthy man came and gave him some charity. Как есть история про Горкишора? Горкишора Дас Бабаджи. Горкишора Дас Бабаджи. Он был отреченным человеком, и он что делал? Он просто сидел, воспевал святые имена, и как-то один богатый человек пришел к нему и дал ему щедрое пожертвование. So the man who gave the charity thought, I see this person, he is actually materialistic because I have given him wealth and he has accepted it. И этот богатый человек подумал, этот садху, он, так сказать, привязан, я дал ему большое пожертвование, и он принял его. But he accepted it in order later on to give it to some other people, to some brahmana couple who were... Но он принял это пожертвование, и чуть позже он отдал его какой-то семейной паре брахманической. So, this is allowed for the brahmana.
Это нормально, это позволяет браманам. So brahmanas work in a particular way. The kshatriya, they also have a particular nature. Итак, брахманы действуют определенным образом. У кшатрия тоже есть своя природа. They like to control. Они любят контролировать. They have this power to order other people and to get them to do things. Им нравится отдавать какие-то приказы другим людям, чтобы они выполняли их указания. They're very brave and they're not afraid of anything. Они достаточно храбры и ничего не боятся. And they're also kind. They give charity and they give protection. Но также они достаточно добры и дают пожертвования, защищают других. And then there's people who are more business-like. They always think about buying and selling something, making money. А есть люди с природой бизнесменов, им нравится покупать и продавать. When they go to the beach, they see all this sand, they think, oh, I can take all this sand, I can sell this sand. Они могут выйти, так сказать, на берег моря, увидеть песок и сказать, так, я могу продать этот песок. And when they go in the forest, they're thinking, all this wood, I can collect this wood, I can sell this wood in the market. А когда он придет в лес, он увидит вот так много деревьев, дров, можно собрать эти дрова и продать на рынке. So the Vaishya is always thinking like this about doing business. И вот Vaishya, он всегда так размышляет, он думает, какой бизнес можно сделать. And other people are the workers. А есть люди, которые просто рабочие. Yeah, they're told what to do. They take instructions and they work according to their instructions. Они получают какие-то указания, наставления и действуют в соответствии с этими указаниями. So it said actually in this particular age, Kali Yuga, that by birth we all have the nature to be like the worker, like the laborer. Ну, говорится, да, что в Кали-Югу все люди рождаются с природой вот таких вот рабочих шудр. But we can be trained to do higher things. Но мы можем быть обучены более высоким принципам. Just like it is said that anyone can become a brahmana if they're properly trained. Как говорится, что каждый человек может стать брахманом, если он должным образом обучен, прошел тренировку. They have to get trained by a bona fide spiritual teacher. Он должен получить знания от истинного духовного учителя. And so similarly in Krishna consciousness, we don't just only get initiation, we have to get training. И вот в обществе сознания Кришны мы не должны просто стремиться получать инициацию, мы должны получать правильное образование, обучение. We have to learn how to live, what should be the proper standards, what is the proper behavior. Необходимо узнать или понять, как можно жить в соответствии вот с теми стандартами, в которых человек находится, как он должен себя правильно вести. The devotee is recognized by their behavior. Преданного признают или отличают благодаря его поведению. Then the devotee should have certain qualities which reflect the behavior of a devotee, of a Vaishnava. Преданные действуют определенным образом, и он отражает те качества, которые соответствуют поведению Вайшнава. Without that training, then we simply act according to our situation in the modes of nature. А без обучения человек будет действовать в соответствии с теми гунами природы, в которых он находится. All of us, we have our own karma, which causes us to take birth in a particular place, in a particular family, in particular situations at a particular time. У каждого из нас есть какой-то запас кармы, который побуждает нас рождаться в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации, в определенной семье. And this karma brings us certain happiness and certain distress. И эта карма приносит нам или страдания, или какое-то счастье. It's the results of our past activities. Activities performed not only in this life, but in previous lifetimes also. Результат нашей прошлой деятельности, той деятельности, которую мы совершали не в этой жизни, а в прошлых жизнях.
So every one of us is suffering and enjoying in this particular situations according to our karma. Итак, каждый получает какой-то запас страданий или счастья в соответствии со своей прошлой кармой. But the effects of karma is not eternal, and karma can be changed. Но плоды кармы, они не вечные, то есть карма может измениться, поменяться. Karma can all be removed by the process of devotional service. И вообще можно карму, ну, очистить благодаря процессу преданного служения. So we have to learn how to practice this devotional service in the association of devotees. Итак, необходимо узнать, как совершать преданное служение в обществе преданных. Sometimes people think, I immediately want to be the pure devotee. Кто-то может сказать, что я вот прямо сейчас, немедленно хочу стать чистым преданным. Well, it's going to take some time. Нет, потребуется какое-то время. Example is given just like the mango fruit. And the mango fruit on the tree in the beginning is green and hard. But if you leave it gradually, it will ripen. Приводится пример с мангой. Если манга не зрелая, то оно висит на дереве, еще зеленое и твердое. Но спустя какое-то время оно станет зрелым. So by the grace of Prabhupada and the spiritual teachers, we have received the seed of devotion in our heart. Благодаря милости Шрилы Прабхупады и духовного учителя мы получили семечко преданного служения в наше сердце. That seed has to be watered and cultivated carefully so that it will grow and go on to produce fruit. И вот если это семечко поливать, взращивать его, то спустя какое-то время оно вырастет и даст плод. And the watering process is called hearing and chanting. И процесс вот поливания нашего сердца – это процесс слушания и воспевания. We have to arrange our life in such a way that we can have a regulated lifestyle where we have every day we make some time to chant the holy name and to hear from the scriptures. И вот необходимо устроить свой, так сказать, стиль жизни, чтобы мы могли иметь возможность каждый день слушать, воспевать о преданном служении, о Кришне. And those who are more qualified can worship the deity. А те, кто обладает большей квалификацией, могут поклоняться божествам. And in this way, it will help that creeper, that seed, to grow into a creeper, which will grow and it will produce the fruit, which is love for Krishna. А и вот благодаря такой деятельности семечко в нашем сердце начнет расти, и в конце концов на этом дереве появится зрелый плод преданного служения, который называется любовь к Кришне. Of course, sometimes people say, well, my nature is not to work. My nature is just to sit and do nothing. I'm going to stop all eating. Никто не останавливает свое питание. No, you find people who they like to smoke, they like to drink as well as eat. They like to engage in all kinds of nonsense activities. Есть, да, вот, люди, которые просто там пьют или курят, но они также и занимаются другими видами абсурдной деятельности, но они все-таки продолжают кушать. Cultivating detachment from the material world. Если человек будет занят, ну, в соответствии со своей природой в определенной варне,
то благодаря такой деятельности он будет получать результаты, а эти результаты он может использовать в преданном служении. So you, people are encouraged to work, find some employment. If one cannot do business or one is not a teacher like a Brahman, then he should simply find some work. И так вот мы поощряем людей, вот Кришна поощряет людей действовать. Кто-то может действовать как Брахман, кто-то как бизнесмен, и вот каждый в процессе своей деятельности получит какие-то результаты. But at the same time, one should take the time to hear from the devotees, to associate with devotees. Но в то же самое время человек должен уделять внимание слушанию и процессом слушания и воспевания и общаться в обществе преданных. And in this way, gradually we will become more qualified, we will become more eligible to take up the activities of devotion in a full-time way. И вот человек постепенно повысит свою квалификацию, и он сместит акцент своей деятельности и станет таким полноценным преданным. Полностью будет занят преданным служением. One time Srila Prabhupada was in, it was in Hong Kong, and one Indian man came and he told Srila Prabhupada, I want to take sannyas. Один человек в Гонконге как-то подошел к Шриле Прабхупаде, это был индус, и он сказал, я хочу принять саньясу. So Prabhupada asked him, oh, why? What's your reason? Why you want to take sannyas? Шрила Прабхупада, почему, в чем причина, почему вы хотите принять саньясу? So he said, oh, I have a wife and four children at home, and it's terrible. I just want to get away from. Говорит, у меня жена и четверо детей, и все это вот ужасно поддерживает все это. So of course, Prabhupada did not encourage this man. Конечно, Шрила Прабхупада не стал воодушевлять этого человека принять отречение. But he did allow the man to continue to visit the temple and to hear about Krishna and cultivate devotional service. Но он вдохновил его продолжать приходить в храм, слушать о Кришне и совершать какое-то служение. So Krishna consciousness is not a reason. Becoming Krishna conscious does not mean that we have to give up the responsibilities of the material world. То есть сознание Кришны это как бы не повод ставить ответственность и всякого рода деятельность. We have to continue these responsibilities and at the same time cultivate Krishna consciousness. Необходимо продолжать действовать в своей ответственной позиции, в своем поле деятельности, в то же время культивировать свое сознание Кришны. Sometimes we take people to Vrindavan and they've never chanted. They've never chanted. They didn't do any japa and they come to Vrindavan and they never woke up early in the morning and you tell them tomorrow we're going to Mangal Arati and you tell them we're all getting up 3:30, 4:30 is 4:15 is Arati. And they're it's very shocking for them. Okay. Некоторые люди вот приезжают, да, во Вриндаван. They never chanted. Never chanted. They came, come to Vrindavan. But they want to go to holy town. Они хотят приехать в святое имя, но святое место. Но когда они приезжают в это святое место, они не повторяют там джапу, ничего такого. Служения не делают на арати утренние, там, которые в 3:30 или в 4:30 они. Они не приходят, то есть просто там пребывают. So it's of course it's quite difficult for somebody who has not practiced to do these things. Поэтому как бы для некоторых становится, ну, это все таким трудным, поскольку они не практикуют процесс преданного служения. If you take them to the temple room in the morning, now is japa, everyone's sitting there chanting japa for 2 hours. Если мы придем в храм, там утром после службы где-то около 2 часов преданные сидят, повторяют джапу. But somebody comes and they don't do japa and they come, they will sit for 10 minutes and then they want to go somewhere, they won't sit. А кто-то придет, посидит там, у него нет ничего, так и не джапа, он просто посидит 10 минут, а потом исчезает. They had not prepared. Он еще не готов, не подготовился. So,
takes some practice, some training is required to bring people to the higher level. А поэтому требуется какая-то практика, чтобы человек мог подняться на более высокие уровни служения и сознания. Just like sometimes when we have kirtan, people say, oh, they sing the same song all the time. Кто-то иногда слушает киртан и говорит, одно и то же поете. They're singing Hare Krishna song all the time. Одну и ту же песню Hare Krishna. Don't we know any other song? А другие, может, другие песни спели? So people have not developed the taste for the holy name. У людей еще не развит вкус к воспеванию святого имени. But that taste can be awakened. Вот, но этот вкус, его нужно пробудить. Just take some regular hearing, and they have to hear, and they have to, the philosophy has to be explained to them. И это требует времени, это необходимо слушать об этом, и также необходимо дать человеку философию, которая объяснит ему, что он делает и для чего это все. I remember there was one young woman, and she was complaining that every day we sing the same songs. Одна женщина, я помню, жаловалась, что каждый день поем одну и ту же песню. So yes, we do sing the same song because these songs are a meditation. Говорит, ну да, мы каждый день одну и ту же песню поем, но это не просто песня, это как бы форма медитации. We have to understand the significance of the different mantras and the different songs. Необходимо понять значение, то есть что мы делаем и почему мы эти мантры поем. And when we have some appreciation for the meaning behind each mantra and each song, then we can go deeply into that mantra. И когда человек осознает или поймет значение этих мантр, то у него проявится или пробудится более глубокое желание, глубокое понимание того, что он делает. But people have to be trained, they have to learn how to do this. И опять же, то есть человеку нужно обучить, объяснить ему, как правильно действовать. They need the proper guidance. Так, мы нуждаемся в правильном руководстве. And gradually, then they can awaken their Krishna conscious. И постепенно наше сознание Кришны пробудится. Okay, so there's some questions. Хорошо, может быть, есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Я хотела спросить по поводу того, когда мы выполняем служение, если мы совершаем какие-то ошибки в своем служении, например, будет ли негативная карма в этом случае, и стоит ли продолжать служение, либо просто убираться? Then we do some devotional service and at the same time we do some mistakes during devotional service. Should we continue our devotional service, or то есть следует ли продолжать это преданное служение, да, даже если выполняешь, да, но где-то там допускаешь ошибки, еще не знаю. And you're not so qualified how to do this service, and you do some mistakes. И вопрос, как бы, стоит ли нам продолжать? Да, или вообще просто как бы, Should we stop this devotional service and go to do some training before and after that to do this devotional service, or we should increase our qualification during devotional service? Better that we increase our qualification by the service. Можно просто продолжать повышать квалификацию в процессе этого служения. То есть, everyone can make mistakes. It's that no one's perfect. То есть каждый будет совершать какие-то ошибки, то есть мы несовершенны. We have a saying in English, they say that to err is human. It is human nature to make some mistake. Говорится, что как бы человек это некая природа человека совершать какие-то ошибки. So of course we will always want to try to improve. So we need proper guidance.
И, конечно же, необходимо продолжать совершенствоваться и улучшать эту деятельность, и для этого хорошо иметь правильное руководство. So we make some mistake, we can apologize and ask for forgiveness. Если мы совершили какую-то ошибку, то нужно как бы извиниться, попросить прощения, если там это в отношениях. Krishna is very kind. Krishna достаточно добр. People trying to do some service, then Krishna appreciates that they've made the attempt, they've made an effort to try to serve. То есть человек совершает какое-то служение и совершает там ошибки, но в то же время Кришна принимает его какое-то усилие, попытку его, некую искренность. So, yeah, we certainly don't want to give up our service. We want to continue, at the same time we want to try to improve the quality of our service. Поэтому не обязательно останавливать преданное служение, можно его продолжать, но в то же самое время делать усилия, чтобы повышать качество этого служения. So in the course of our service, we may commit some mistake, we may offend someone. Therefore, every day, it's important for us that when we come together as devotees, we will offer our respects to all the devotees. В процессе служения мы можем совершить какие-то ошибки или, может быть, кого-то задеть, оскорбить. Поэтому, когда вот мы собираемся вместе с преданными, то мы читаем молитву, где мы просим прощения. We offer what is called, выражаем почтение. We offer the Vaishnava pranam, where we say the prayer. Vancha kalpa tarubhyascha kripasindubhayabhacha tatitanam. And by offering our respects to the Vaishnavas, in this way we can be relieved of any sinful or any fault which we may have committed against other. И вот когда мы выражаем почтение благодаря вот этой молитве, то постепенно мы освобождаемся от каких-то ошибок и вот этих вот неправильных действий. At the same time, we don't want to intentionally do things wrong. We want to do our best, make a sincere endeavor to try to do our best to please Krishna. И в то же самое время в процессе деятельности мы продолжаем делать свои искренние усилия, пытаемся повысить свою квалификацию для того, чтобы как можно лучше удовлетворить Кришну. One time, yes, you have a question? Нет, такой вопрос необычный. Я сейчас бежала сюда. И вдруг там у нас нищие сидят недалеко. Пробегая мимо, я взгляд кинула на книгу, которая лежала у нищего. Она была наполовину. Наполовину закладка, так открыта, как можно. Стояли бутылки рядом. Запаха не было. Это я четко чувствовала. Я тормознула, я не ожидала. Я говорю, что у вас за книга такая? Он говорит, ой, книга, говорит, хотите, я вам подарю. И мне протягивает. Я думаю, вот это да. Я бы ни за что так вот читаю книгу, кто-то проявил интерес, Бхагавад-гиту свою, единственную, последнюю историю. И он мне уже дает эту книгу. Я говорю, что вот. Но он еще уже успел спросить, а вы знаете, кто ее написал? Это с таким выражением, что понятно, что он знает. Он меня знает. Ну тут меня понесло, говорит, я коротко, но я-то спешу, у меня автобус. Я коротко ему говорю, что это сам Бог. Что... В общем, коротко-коротко. И у меня было три пути. Либо убежать сюда, так как такое были посетите. Второе, остановиться и проповедовать. И убежать с ним. То есть его с собой взять и привезти его сюда. Я взяла, выбрала первый. Я даже не соображаю, я в первую очередь сюда без него. А потом думаю, но ведь не зря же вот эта вся ситуация передо мной раскрылась. Она просто как упала на меня. Надо было, наверное, его взять. Вот я поступила правильно или думаю, что неправильно. Надо было его сюда взять. И я ему
еще сказала, вы такой необычный человек, вы читаете, вы никому не отдавайте эту книгу, пока сами не прочитаете. Вы, ой, что-то я ему наговорила, убегаем. Ну что, то есть вопрос какой? Вопрос какой? То есть правильно ли вы поступили? Правильно ли я поступила, но я думаю, неправильно. Вот как надо было его, наверное, все-таки привести. Алкоголем не пахло. Он ищет это. Ну, просил подаяться. Хорошо. Я тогда некоторые детали пропущу, то есть я буду там все. Книга то какая у вас спрашивает? Okay, she, she come here to the program. She saw one beggar who sits at the vent. Near him was some book, open book. And she stopped there near this beggar, and there are she thinks that there are three ways how to act next moment. Go to the program, stay there and preach him, or take this man with. Bring him here at the program, but she decided to come here alone. Don't take this man with you at the program. And she's asking, did she do a proper decision? Go to the program and don't take, bring this man at the program. Well, you have to ask the people who organize the program. Ну, нужно как бы тогда посоветоваться с людьми, которые организуют программу, стоит ли его, ну, как приводить пока вот в таком состоянии. But what kind of people do you want to come to the program? То есть, как каких людей вы как бы хотите приглашать на программу, то есть кто должен приходить сюда? It's better to try to see if the man is actually interested in Krishna consciousness before you bring him. То есть было бы неплохо, если бы человек уже проявлял какой-то интерес к сознанию Кришны до того, как он еще пришел на программу. Я не успела узнать. Я одно видела, в нем брахманические качества. Он добрый, он меня сразу не протягивает, я благодарю. She doesn't have enough time to ask him, but she saw that he has some brahmanical qualities, like he's kind, very kind man. But you only just saw him briefly. How do you know what his qualities are? Но вы его там всего лишь миг-то видели, как вы успели определить вот эти вот какими качествами он обладает? Потому что он мне ее дарил. Because he gave to her this book as a gift. Which book? He has some book. I don't know. It was Bhagavad Gita. He gave the Bhagavad. Gave a Bhagavad Gita as a gift. Therefore, she decided that he is very kind and he has some qualities. Well, you didn't spend much time, so before you make a decision, you really have to take some more time. Ну и так, чтобы прийти к какому-то выводу или заключению, требуется немножко больше времени, то есть. Because if you bring him here and he's not happy, he didn't want to come here, then it may create an unpleasant situation. А потому что если он, допустим, придет сюда и он, ну, особо это ему может быть неинтересно или не нравится, и вы можете оказаться в такой немножко неприятной ситуации. You have to consider. The man, he may not like to come, and the devotees here, they may not be so happy that you bring some person you don't know. Итак, ну этот человек, если он как придет,
ну, ему придется находиться в обществе преданных, может быть, он как бы их сильно еще не оценит, может быть, ему это еще не интересно. This is not a public program. Это не совсем еще общественная или публичная программа. It's a private house. Это домашняя, ну, частная территория, дом. It's not like going to a temple. И мы сюда не приходим, как, ну, вот, храм. Go to a temple, anybody can go to a temple. А если есть, ну, храм, как такое публичное общественное заведение, то туда может прийти каждый. So, but this is a little different here. Но здесь немножечко отличается. So you have to be careful. Поэтому нужно быть осторожным. You can tell him, you can go to temple in Khabarovsk. Вы можете пригласить его в храм в Хабаровске. That means I accept proper decision. Yes, I think so. Да, он говорит, я думаю. Так, я думаю, что это правильно. А то я мучилась. Думаю, это ж надо такое событие, и вот это вдруг столько лет такого не было. Because she has some disturbances because so big events, spiritual master came here. But he gave the Bhagavad Gita away. If he valued it, he would have kept it for himself. Значит, он решил предложить Бхагавад-гиту вам, если бы для него она имела вот прям большую ценность, может быть, он себе ее все-таки оставил бы. Может, он уже в ней. Может быть. Успел, может потому быть. Что она в него была заложена. Очень много он прочел. Неизвестно, сколько раз он ее читал. Maybe he read Bhagavad-gita many times already. Because... Did the book look like it had been read many times? Did the book look like somebody had read it many times? Вы видели, что читали, выглядит, да? Что много раз читали, а? Он вопрос, то есть книга выглядит, что ее много раз читали? Книга так выглядит? Но она такая ухоженная. Только наше предположение. You see, people often get the book and then they throw it out, they don't want it. Как, например, мы можем видеть людей, которые, ну, вот, мы даем книги, но они их не принимают и, ну, куда-то выкладывают или. So it's not uncommon people find a Bhagavad Gita somewhere. Это не как, видите? Uncommon people? It's not uncommon. It happens many times. То есть это случается, это не частичный рядовой случай, то есть так случается достаточно часто. Many people have our books. У многих людей есть книги. But we have to see who is actually interested. Но мы должны как бы, ну, обращать внимание на то, кто в действительности интересуется. Therefore, I said, if you had talked to him, if you had inquired more from him, you could understand more his nature, more his interest. Поэтому, если бы было больше времени, вы бы могли, ну, немножко поговорить, определиться с тем, что как человек действительно относится, интересует ли его это все. Но я его запомнила. He remember him. She remember him. Maybe after sometimes meet him again. Yeah, meet again. Ну хорошо, может быть, еще раз как-нибудь его повстречаете, может быть, больше времени поговорить. Если это нужно, то произойдет. Да, пожалуйста. Вопрос такой. Может ли прогрессировать в сознании Кришны простой прихожанин, если у него нет пока духовного учителя, инициации, ну, либо посвященного, я не знаю, как это называется? То есть может ли... Ну, простой человек, да? Без инициации попросить. May common people have progress without initiation, то есть без инициации, без человечества. Without spiritual master, may one have progress in his spiritual life if he doesn't have
spiritual master. And yes, you can progress. You can progress to a certain point, but your progress will always be limited. Да, то есть прогресс какой-то можно осуществлять, но этот прогресс будет немножко, ну, ограничен, то есть лимитирован получается. But certainly you can progress, and the progress will allow you to become more qualified in the future for the accepting a spiritual master. А этот прогресс, он позволит вам постепенно повысить свою квалификацию в будущем для того, чтобы потом принять духовного учителя позже это сделать. As you progress, you will realize more and more the importance of having a spiritual master. Поскольку вот в этом прогрессе очень важно, когда, ну, что человек принимает руководство и духовного учителя. But there's no loss in the service which you do before the initiation. It all helps you to become more qualified in the future. Итак, еще до посвящения человек может, ну, совершать какую-то деятельность, это его повысит его квалификацию и будет хорошим таким вот залогом для вашего духовного будущего. Что-то вы еще хотели добавить или нормально? Нет? Все? Окей. Do we have some dangerous situation if we study Shastra alone without proper guidance? Do we have some dangers in this? Well, if you study the Shastras, which are, for example, the commentaries by Prabhupada, then that's not really dangerous. There's no danger there. Если вы читаете священные писания или шастры с комментариями Шрилы Прабхупады, то тогда в этом нету какой-то большой опасности. But sometimes it does happen that even from Srila Prabhupada's books someone picks out some impersonal statements and says that they claim that Prabhupada is presenting the impersonal philosophy. Но бывают иногда такие случаи, что даже если человек читает книги с комментариями Шрилы Прабхупады, он начинает какие-то там имперсональные идеи развивать или, ну, выхватывать имперсональные вот эти цитаты. Some people, although they're reading Prabhupada's book, sometimes they take another message, they take the wrong message from the book. Поэтому даже читая книги с комментариями Шрилы Прабхупады, у них появляется какое-то, ну, другое, свое, не совсем правильное послание. But we do learn from Prabhupada's books the importance of taking association. Поэтому мы, изучая книги Шрилы Прабхупады, мы должны, ну, знать или понимать, что важно также еще иметь правильное общение. In Prabhupada's books, he often mentions that we need to have these things. We need to be with devotees. We need to have guidance. Шрила Прабхупада очень часто в своих книгах пишет, что нам необходимо иметь правильное общение, правильное руководство. What we actually learn on our own is not going to be as much as what we can learn when we're in the association and when we're with other people. Потому что когда мы изучаем книги в одного, в одиночку, мы можем как бы понять или узнать не так много, как мы можем это сделать в кругу или в общении преданных. Of course, people may say, well, I'm associating with Prabhupada's books. Isn't that enough? И кто-то может задать вопрос, ну вот, я читаю книги, я же общаюсь со Шрилой Прабхупадой, этого чего недостаточно? But there are certain things which are not in Prabhupada's books. Но есть такая вещь, которая not enough. There are certain points for in how to act, how to behave as a devotee, they're not mentioned in the books. Но есть такие вещи, которые, допустим, прямо в книгах не говорится, то есть как люди действуют, как они применяют вот это знание именно в жизни, на практике. То есть вот этих моментов может быть, ну, не обозначено в самих книгах. Certain what should be our mood
when we worship the deity, you know, you're not going to get all the details like that in Prabhupada's book. То есть, например, или какое настроение нужно иметь, когда вы поклоняетесь божествам, то есть какие-то детали могут быть не обозначены в книгах Шрилы Прабхупады. How to offer food to Krishna? You're not going to get all the details. Или как предлагать, ну, делать подношение Кришне, это может быть не описано в подробностях, во всех деталях. So there's a lot of value in taking association with devotees. Поэтому много как бы ценных вещей человек может уже получить благодаря общению с преданными. Somebody can be practicing Krishna consciousness on their own, and they could have read all of Prabhupada's books, but there will be many things which they have to learn. Итак, человек может практиковать преданное служение в одиночку и читать книги Шрилы Прабхупады, но есть так еще много вещей, которые ему нужно понять или узнать. И он может это сделать через общение. Some people, of course, like to go away from others and just be on their own and just chant the holy name. But this is condemned by Bhaktisiddhanta Sarasvati. Были такие вот случаи, когда преданные где-то уединялись, просто повторяли святые имена Господа. Но такое поведение Бхактисиддханта Сарасвати, он уже для Прабхупады осуждал. He says that some people do this just simply out of pride. They want to be seen as an advanced devotee. Они как бы уединяются, и они просто что делают? Развивают свою гордость и как бы становятся примером для неискушенной публики. So yes, it's we know it's difficult sometimes being in the association, being with devotees. Sometimes there's personality conflicts. Конечно, мы знаем, что быть в обществе преданных не всегда легко, часто возникают какие-то личностные конфликты, противоречия. But we're encouraged to tolerate all of these difficulties for the sake of having association. Но мы воодушевляем, вдохновляем людей продолжать это общение и терпеть какие-то трудности ради вот этого общения с преданными. Because so long as we're doing kirtan and discussing the philosophy, there's no conflict. Потому что вот когда мы, допустим, поем киртан или обсуждаем философию, тут обычно каких-то конфликтов не возникает. The conflicts come about when we're not doing these things, when we're not chanting and hearing. Конфликты как раз проявляются в те моменты или в те ситуации, когда мы не воспеваем или. So we come to association for this, for hearing and chanting about Krishna. А мы же приходим и общаемся вот именно ради этих вещей, слушать и воспевать о Кришне. Any other question? Еще какие-нибудь вопросы? Новички обычно приходят, да, в сознание Кришны. Все мы знаем, они очень сильно вдохновлены. Какое-то время, да, проходит. В этот период они очень сильно вдохновлены, вплоть до того, что все мы через это проходили. А потом мы знаем, что этот этап жизни преданного угасает, да? Долгое время вообще без нектара, без ничего, без вкуса какого-то, человек вот садхана ведет. Какого уровня надо достичь, чтобы снова вот такой нектар, такое воодушевление пришло? In the beginning, when a new devotee come and associate with devotee, То есть новопреданный приходит, и у него, еще раз напомню, he is inspired, he has some inspiration in his devotional service, but after sometimes he doesn't take a taste in devotional service, which level should be achieved. When we can return back with taste and inspiration in our devotional service, which level should we achieve, reach? Which level we should reach in our spiritual life, in our devotional service, that with taste come back again and
Well, yeah, we have to have faith. Нам нужно иметь какую-то веру. So we have to develop that kind of faith that this process is very powerful and very genuine. Нужно развивать вот этот тип веры, что этот процесс очень могущественный, он помогает нам. And if I'm not getting the taste, I must have done something wrong. А если мы обнаруживаем, что вкус исчез, это означает, что просто какие-то вещи мы неправильно сделали. That I've been inattentive. I've not given the proper attention to the activities. То есть, может быть, мы утратили какую-то внимательность и перестали быть внимательным в этом процессе. And because I've been careless, that's why I'm not getting the taste anymore. Поскольку когда я careless, беззаботный, не сосредоточенный, то вкус из преданного служения может уйти. So in the beginning, it's easy. We get more taste. The taste is quick. You know, it's all new and it feels very great. You know, oh, wonderful. We feel so much taste. Итак, в начале, да, преданный ощущает вкус, ощущает экстаз, для него многие вещи новые, интересные, и поэтому он испытывает такой вкус. But then as we go on more and more, oh, the same thing, oh, you know, Но с течением времени мы повторяем одно и то же, и кажется все таким скучным, неинтересным. No, nothing new, so we don't feel the taste the same. Сколько можно это продолжать делать, и вкуса никакого нету. But when it's new, then of course, wow, you know, we're feeling. Но когда мы только пришли, то глаза горят. So you're right. We have to get a higher taste in order to appreciate the pleasure of these activities. As it goes on, it becomes more difficult. We have to work harder to taste the pleasure. Итак, в этом процессе, если мы видим, что вкус ушел, необходимо прикладывать больше усилий, быть более внимательным. То есть, да, потребуется какое-то время, усилия. Какого-то труда для того, чтобы вновь этот вкус обрести или углубить его. You have to start thinking, what did I do wrong? Maybe I haven't been following strictly enough. Можно думать о том или размышлять о том, что я делаю неправильно. Может быть, я недостаточно строг в этих правилах. Maybe I need to improve my quality. I have to become more serious. Может быть, нужно улучшить какие-то качества, стать более серьезным. And when we become more serious and more careful, then Krishna will give us more taste. И когда преданный становится более серьезным, серьезно относится к этому процессу, то Кришна дает больше вкуса. So like that, the surrender goes on more and more. То есть, если мы предаемся и делаем это предание снова и снова, то это будет увеличиваться. Krishna pushes us. He wants more. Krishna wants us to surrender more. Кришна нас будет побуждать, чтобы мы предавались ему больше. Oh, you want the taste? Okay, then you have to pay the price for it. Если ты хочешь вкуса, окей, но ты за это должен заплатить какую-то цену. You have to become a serious devotee. Например, ты должен стать более серьезным преданным. You have to chant every day. Воспевать каждый день. You have to think about the philosophy. Размышлять над философией. Krishna will give the taste. И тогда Кришна наградит этим вкусом. Вопрос такой, сейчас многие социальные сети, да, они преданно заменили там книги, да, и во время джапы, да, многие сидят в телефоне, там, то есть, совмещаются все эти вещи, вот, и, может, замечаешь, что в связи с этим, вкус уходит, вот, из-за телевидения, там, соцсетей и так далее, вот, как быть, да, Удивительно,
100%. We have a new form of japa, for example, device japa or net japa. New form of japa. Mobile japa or device japa or internet japa, like this mix, new mix. Many devotees do this. What should we do? How to decide? Well, this is all inattent. This is not proper japa, right? This is not. Правда же, это не совсем правильный джапа. We have to put aside these things to get to really absorb ourselves in the holy name. То есть, может быть, отложить эти предметы в сторону и повнимательнее отнестись к самой джапе. Just like Jatbarat, in the Bhagavatam we read about there was one man, one great king, Bharat Maharaj. He was a great king, but he gave up the kingdom and he went off to the mountains to do his meditation. He went away from everything. He was very advanced. He went away from everything to the mountains to do meditation, but there he became attached to a deer. Есть уже были такие истории, например, история про Бхарата Махараджа. Был царем, но в какой-то момент он отказался от этого царского положения, ушел в горы и занимался там духовной практикой, но так случилось, что в процессе этой практики он привязался к олененку. So in the same way we come to Krishna consciousness and we chant the holy name, but at the same time we become attached to things like mobile phones and DVDs. И также мы с одной стороны привлеклись, значит, преданным служением, но с другой стороны вот у нас появились такие формы джапы с мобильным телефоном или с интернетом там. So it's recommended, you know, if you can turn off your phone when you're chanting your japa, that's very nice. Поэтому вот дается простая рекомендация: отложите свой телефон во время чтения джапы и повторите джапу. Try to get more taste for the holy name. Пытаетесь развивать вкус к святому имени. It's offensive chanting because maintaining material attachment. That's the 10th offense, to maintain material attachment. Это такая вот оскорбительная джапа, когда мы поддерживаем свои материальные привязанности. And it's a great distraction from the holy name. И это, ну, очень сильно отвлекает или разрушает наше восприятие святого имени. So we have to be very careful of that. Поэтому нужно быть достаточно внимательным в этом процессе. Sometimes devotees go on japa retreats, and for a few days they go off with some senior devotees and they chant the holy name for a few days. Как, например, иногда преданные устраивают джапа ретриты, то есть собираются вместе со старшими вайшнавами на протяжении нескольких дней там идет такое непрерывное повторение, воспевание. And during that time they leave their mobile phones behind, you see, they put all of these things away. И вот в процессе этих ретритов они откладывают свои телефоны в сторону, куда-то их убирают, короче. Just concentrate on doing the japa. Они просто концентрируются на воспевании своей джапы. Окей. Что-то вопрос? Просто вопрос, что можно ли считать служением проповедования вегетарианства? Просто вегетарианство. Can we think that when we preach about principle of vegetarian, that's also a devotional service? Should we understand so? Yeah. Well, it's not directly devotional service. Это может быть не прямое, прям преданное служение. But certainly can help to make it easier for people to come into devotional service. Но этот принцип позволяет людей как бы принять, ну легче принимать практику или процессы преданного служения. There are many vegetarians who are not devotees. Есть уже много вот людей вегетарианцев, но они не преданные, например. So not everyone who's vegetarian is going to chant Hare Krishna.
То есть не каждый вегетарианец повторяет Харе Кришна мантру. But it's certainly a bit easier for them to appreciate Krishna consciousness. Но им легче оценить по достоинству движение сознания Кришны. We're not just a vegetarian society. Мы не просто общество вегетарианцев. Some animals like the chicken are vegetarian. Некоторые животные, например, курица. Вегетарианец, да? Да. На червячков тоже ест. But certainly we do encourage vegetarianism, and we often have vegetarian cooking classes. Но мы можем вдохновлять людей, вот вегетарианцев, например, мы можем проводить какие-то кулинарные вегетарианские классы. We have vegetarian restaurants. Или у нас есть вегетарианские рестораны. And when we preach to Christian people, Srila Prabhupada said that if they don't accept that we should be vegetarian, then don't waste time preaching to them anymore. Шрила Прабхупада говорил, что если мы проповедуем христианам, и они не принимают вот этот принцип вегетарианства, тогда не стоит много времени тратить на эту проповедь. So it's an important preliminary step. Поскольку это достаточно важный важная предварительная ступенька. People should agree to the importance of the vegetarian. Люди должны согласиться о том, что вегетарианский принцип важен. And then you can go on and discuss higher things. Тогда можете продолжать разговор о более высоких вещах. Спасибо. Hare Krishna. Yes? Можно? Я хотела один такой вопрос задать. Почему вегетарианство и кришнаитство считают странным? Потому что, например, я после выпускного со своим классом пошли на пикник. И они же шашлыки. Но почему ты не ешь мясо? Почему? Почему ты не можешь это съесть? Или... Почему ты не хочешь это? Тебе же это никто не запрещает. Why common people look at vegetarian principle and also devotional service look at this process like a strange process? For example, when she went with your classmates at the forest, they have some eating. And they ask you, why don't you eat meat? It looks a little strange. Well, you have to be able to explain to them. У вас была как бы какая-то возможность объяснить им, почему? You have to tell. Я объясняла, они не понимают. I explained them, but they don't understand. Maybe you did not explain very well. I don't know. Я не знаю, может быть, вы так недостаточно подробно им объяснили. But you have to tell them you like animals. Но вы должны говорить им, что вы любите животных. You don't want to eat them. Если вы любите животных, вы не должны их кушать. You should ask them why do they kill the animals. Вы можете задать им вопрос, почему вы животных то убиваете. А я тебе задавал мне старый вопрос, они там едят много, то, что там полезное мясо, там это, то, что про экологию, там это. И я говорю, а вот почему вы не едите собак, кошек, крыс, домашних животных? Это же одно и то же. I ask a question, why don't, if you eat meat, why don't you eat dogs and cats, or как этих? Red. If you eat meat, why don't you eat meat of these animals? Dogs and cats and mouse. Rats, mouse. Yeah. Some. Do you eat people? Просите, а вы это людей? Why don't you eat people? Почему вы людей не едите? Ты это тоже говорила. She asked this question also. Good.
Хорошо. Not everyone can understand. Да, просто не каждый сможет понять. Don't worry. Не беспокойся. Хорошо. Школу там тут. Она вообще молодец, она с всех сторон зашла. Вообще, это набрать семечко знания. Переходи на интернет. В будущем, может быть, эти люди сами же ей доложат, а я уже перестал есть птичку. Потому что у меня такое было. Семья одна меня не принимала. Вообще, вот она, типа, ну, в общем, нехорошо говорила. Теперь они мне звонят и докладывают. И зачем докладывать? Я же ничего от них не просила. Я просто о себе, они обо мне спрашивали, я отвечала на их вопросы. Я почему не присылала? И у них уже там, то есть семья, заложить семя, и оно дает сходу. Сказать, и пусть оно там варится в их умах. Я уже где-то не раз приходила. Премия нужна человеку. Это небольшой комментарий к этому. Если еще вопросы, будем заканчивать, нам еще раз. Еще хочется сказать одно слово из Бхагавад-гиты. Бхагавад. Как человек поклоняется мне, так я его и вознаграждаю. Каждый следует моим путем. То есть это и есть преданность, когда человек там что-то пытается, вот именно все для Кришны делать, Она девочка была. Она уже делает, она у нее посела, память цепкая детская, будет расту. Мы там говорим, чуть-чуть, ну, просто проходя мимо, скажем слово, тоже даст листок. И Кришна вознаградит. И, конечно, исправит путь кому-то. То есть вот эта шлока, она такая